вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І зараз з вами поговоримо про те, як приборкати паніку, як фільтрувати інформацію. Так, в період інформаційної війни сьогодні в наших гостях психолог та лікарка Оксана Одинець. Пані Оксано, я вас вітаю. Ну що ж, навіть я як журналіста, знову ж таки, думала, що вмію фільтрувати інформацію і не піддаватися паніці, однак все ж тиск величезний в інформаційному полі, соціальні мережі, новини, засоби масової інформації, все кишить, можливо, і так загрозою вторгнення Росії в Україну, повномасштабного вторгнення. Скажіть, будь ласка, як приборкати цю паніку та цей страх? Да, действительно, вообще информационная война, информационный вот такой тиск, он в любом случае очень мощный инструмент для управления массами. Поэтому очень важно каждому из нас оставаться во внутренней цельности, во внутреннем спокойствии и в таком вот внутреннем понимании того, что происходит. Психологически у нас разделяется наша психика на две такие большие крайности. С одной стороны, это достаточно высокие вибрации, которые связаны с единением, с пониманием друг друга, с принятием. И таким вот ключевым будет, самым мощным чувством, это чувство любви. И с другой стороны, более низкие вибрации, которые связаны с гневом, с непониманием, с разделением. И самая дальняя такая точка в наших чувствах – это будет чувство страха. И фактически все остальные наши чувства – это вот разница между этими двумя ключевыми точками. Поэтому чем больше мы входим в состояние страха, в состояние разъединенности, тем более мы управляемы. А это очень выгодно, это очень важно для того, чтобы массы шли туда, куда есть необходимость. Поэтому именно наш выбор, наше решение, под что мы готовы идти, под какие направления мы готовы, чтобы нас вели. Потому что страх на самом деле – это вот именно самые такие низменные состояния, которые связаны с животным нашим, нашей животной частью. Это выживание, это страх голода, это страх, чтобы там, выжили и были не голодные дети. И если мы внутренне перенаправляем свое психологическое состояние на более высокие ценности, на то, что как бы призвано человеку решать, да, ценности единения, ценности любви и согласия, именно это переводит наше внутреннее состояние из вот того бесконечного беспокойства и беспомощности в состояние управления своей жизнью. То есть это наш внутренний выбор – поддаваться панике или все-таки идти туда, куда мы решим идти. Потому что на самом деле внутренний человек берет на себя ответственность за свои мечты, за свои действия и за фактически свои представления о будущем. Вот посмотрите, мы не умеем уже мечтать. Потому что наши мечты, они и создают само непосредственно будущее, в котором мы живем. Мы сейчас живем в том мире, в котором намечтали наши предки. Вспомните, о чем мечтали наши предки. Мечтали о том, чтобы не с утра до ночи не добывать себе на пищу, в пищу какую-то, чтобы не спасать людей, детей своих от голода. Передавалась даже одежда по наследству, потому что это действительно была сложность. Мы сейчас живем в мире, который был мечтой для наших предков. Поэтому то, что сейчас мы создаем в своей голове, то, о чем сейчас мы мечтаем. Это и будет наша будущая жизнь, это и будет жизнь наших детей. Уже не секрет, уже научно доказано квантовой физике, что мысли материальны, и фактически все, что мы представляем, все, о чем мы думаем, то материализуется. И чем больше народу думает об одном и том же, тем быстрее это материализуется. И если тысячи и миллионы людей думают о страхе, о войне, о голоде, о разрухе, это и материализуется. Если тысячи людей думают о том, как объединиться, как жить в мире, какие необходимы события, то именно это и осуществляется. Поэтому, в принципе, в наших силах создать тот мир, который мы можем создать своим внутренним состоянием. Скажіть, будь ласка, а зараз йде як ніколи, як наче в 2014 році єднання нації.
цінність від національних символів до істинного патріотизму. Наскільки з психологічної точки зору масі нації наскільки важливо об'єднання? Очень прекрасный вопрос, спасибо большое. Дело в том, что это не просто важливо, это не просто важно, это жизненно необходимо. Это и чуть ли не единственный способ нашего выживания. У каждой страны, у каждого народа, так же, как и у каждого человека, есть свое предназначение, есть своя роль в этом мире. И я, может быть, сейчас не вспомню автора, я помню, несколько лет назад читала описание Вед, и меня просто поразила там такая фраза. Я, может быть, сейчас тоже поменяю как-то местами словами, но смысл был такой, что в Ведах говорится о том, что древний народ на берегах могучей реки со знаком Шивы, знак Шивы, я напомню, это трезубец, то есть мы понимаем, о каком народе идет речь, покажет другим народам путь в будущее. Путь в будущее – это всегда объединение, он всегда идет через объединение. То есть там просто описана задача Украины. И задача Украины в том, опять-таки она отражается в гербе, вообще все символы, знаки государственные, они имеют очень мощную сакральную силу и сакральное значение. И трезубец говорит о том, что есть три пути – право, лево, восток, запад, и важно не разрываться между путями этими, а объединить и создать третий, центральный, свой собственный путь. И вот это внутреннее единение народа, оно должно само по себе проистекать. И если мы внутри не готовы к этому, если мы внутри не объединяемся, то возникнут внешние обстоятельства, которые заставят нас объединиться. Что это может быть за обстоятельства? Да, это войны, эпидемии, катастрофы. И именно это заставляет объединиться народ, и именно это заставляет его решать свою основную программу. Поэтому, если говорить вообще вот извне, да, вот со стороны, то нет ничего хорошего и плохого. Есть задача. Если эту задачу народ решает, он движется в мире. Если он не решает эту задачу, то будут внешние факторы, которые его заставят решить эту задачу. И вот то, что случилось как раз 16-го, да, числа, мы знаем, что 16 февраля, когда была вот такая явная угроза, что произошло? Объединились люди, молились в церквях, духовные там школы медитировали, дети все вместе пели гимн. То есть в итоге создалось то поле, которое вот и которое необходимо было народу Украины. То есть именно это действует, это работает, это реально работает. Деякі критики та експерти навпаки це критикували, що начебто всі прокинулися і згадали, що вони українці. Однак, в чому моє питання? Дівчата 16-го числа на День єднання обирали вбрання українське, а хтось ставив просто на аватарки, так, український прапор. Чи це просто популізм, так би мовити, або просто показово, чи це ж все те, про що ви кажете, необхідність бути в масі, необхідність саме єднання в скрутні часи? Конечно, это зависит от самого человека. То есть можно относиться к любому объединению как такое поверхностное желание. Все идут, и я пошел. Да? А можно это изнутри чувствовать. И это очень важно, потому что если мы действительно внутри готовы к этому объединению, то эффект будет больше. Но на самом деле даже небольшое, какой-то небольшой вклад, даже поставить аватарку и там, ребенка одеть в вышиванку в школу, то это тоже будет маленький вклад в эту сторону единения. Очень, кстати, мощное воздействие оказывает музыка. Что мы слушаем, что мы читаем, что мы, о чем мы говорим. Кстати, Лев Толстой вообще в свое время говорил, что музыка должна быть вообще под четким руководством государства, потому что это очень мощный инструмент. Он легко запоминается, легко крутится на уме. И если человек целый день поет какую-то песенку, он все время направляет туда свою энергию. Поэтому как раз если люди начнут слушать песни о любви, о дружбе, о мире, то это даст очень мощный эффект, гораздо больше даже, чем аватарку свою поставить, да, и это будет тоже большой вклад. Это действительно все работает, и наша задача все-таки научиться формировать вот этот образ будущего, в котором мы идем, потому что без нас никто этого не сделает, именно мы должны это сделать. Можно від вас поради, от на прикладі того, як правити, як слухати правильну музику, які ще є прямо інструменти, вправи, можливо, аби заспокоїтися.
Да, конечно. Но в первую очередь надо перестать впадать в эмоциональное состояние. Если мы не научимся управлять своими эмоциями, эмоции будут управлять нами. У нас варианта нет. И в тот момент, когда мы видим, что идет поток какой-то информационный, который нас пугает, который нам неприятен, который тело реагирует, да, начинается сердцебиение, повышается давление, там, если мы видим, что это со мной произошло, надо просто остановиться, отключить источник страха, перестать об этом говорить, перестать говорить, я не хочу об этом говорить, я не хочу это обсуждать, я не хочу вот туда углубляться. Сделать 2-3 вдоха-выдоха для того, чтобы просто уже остановить физиологические реакции в своем теле и начинать переключаться на ментальное развлечение, на понимание, на осознание, что происходит, куда меня хотят привести, как хотят мною управлять. И если я осознанно уже начинаю об этом думать, то включаются наши мысли. И если важно было раньше думать, прежде чем сказать, то теперь уже важно думать, прежде чем подумать, потому что это реально работает, это реально действует. Поэтому нам очень важно сейчас формировать свое представление о том, в каком будущем мы будем жить, как оно конкретно, из чего оно состоит. И есть такая шикарная практика, тактика Адверза. Она состоит в том, что если какое-то событие очень сильно пугает и непонятно, как с ним, что с ним делать, то в этом случае нужно мысленно детали просмотреть, продумать и найти выход. То есть этот выход, он опять-таки не должен быть связан с разъединением, не то, как я спрячусь в бункер там, со своими килограммами гречки, а эти мысли должны быть направлены на то, кому я смогу помочь, кого я могу принять в своем доме, кому я смогу передать одежду там. И когда это все продумано, тогда нет смысла в этом событии, потому что каждое событие, оно нужно нам для опыта. Если мы уже извлекли опыт из события, то оно просто не свершается. Именно в этом состоит вот эта тактика Адверза. Ну и третье, важный момент – это каждый день вставая, думать о том, что конкретно я могу сделать для мира, как я могу объединиться, с кем сегодня я на работе буду сотрудничать и помогать, с кем мое предприятие может объединиться. То есть каждый раз, делая какие-либо действия для объединения мира, мы на самом деле создаем этот мир. Еще Августин Блаженный говорил, какие мы, такой и мир. То есть все зависит от нас и от нашего внутреннего состояния. Дякую вам. На початку тижня ми з представниками ДСНС в прес-центрі говорили про тривожну валізу, так, яка складається з документів самих необхідних речей. Скажіть, будь ласка, з психологічної точки зору, чи має вона стояти в домі, чи буде вона якось трохи лякати, або так навпаки людині, скоріш за все, буде простіше та спокійніше, що хай буде, хай через якісь надзвичайні ситуації, пожежі, все може бути. Ви відповіли самі даже сейчас на этот вопрос. То есть, если это вот это собрание документов и необходимых вещей пугает, значит, его не должно быть. Если оно успокаивает, то, пожалуйста, прекрасно. Важно очень, чтобы человек был внутри спокоен. Если ему для его уменьшения страха, его паники это помогает, пусть оно будет. И это будет прекрасно, и множество людей будут спокойнее, множество людей будут увереннее смотреть в будущее. То есть все начинается с нас. Все вопросы мы должны начать решать себя. Скажіть, будь ласка, уявімо, така ситуація, я думаю, класична для будь-якої української родини. Вечеря, стіл, більше там 5 представників родини, і тут починається про політику, про війну. Як психологічно про це не говорити? Здесь в любом случае нам нужно будет включать голову и прекращать вот эти эмоциональные состояния, потому что эмоция – это море, это болото, это волна. Она захватывает так, что человек с ней сам не справляется. Если себя ты можешь успокоить, как, например… А когда я спокойна, другой тоже становится спокойным. Он же заражается от меня этой эмоциональной волной. Поэтому если каждый из этих 5 будет внутри себя удерживать, то у них появятся другие темы для разговора. И у них появится другой событийный ряд. Они создают этот событийный ряд. И именно от каждого из сидящих этих 5 человек зависит, когда я смогу остановиться, когда я смогу перестать впадать в панику. Кстати, хороший рецепт дал нам профессор Преображенский. Да, не читайте газеты, если нет других газет, не читайте никакие. Да? То есть чем меньше мы углубляемся в это, тем больше у нас вариантов выхода, потому что мы сами рисуем свои варианты дальнейшие. І не можу не запитати, все ж у нас трохи часу ще лишилося. Моєї знайомої на тлі таких новин
та інформаційної атаки з'явилися панічні атаки. Тут відразу до психолога, до спеціаліста треба йти. Самому ніяк не впорати. Ну, ви знаєте, вот эти вот рецепты, о которых я сказала, они подойдут прекрасно для паничной, при панических атаках. То есть, когда уже начинает реагировать тело, нужно остановиться и погрузиться в состояние своего тела. Несколько вдохов-выдохов. Это останавливает сердцебиение, это останавливает повышение давления. После этого включаем ментальный план и начинаем размышлять и думать, что сейчас со мной произошло, почему это со мной произошло и какие действия я могу сделать для того, чтобы это со мной не происходило. Конечно, если тяжело это сделать самостоятельно, то есть специалисты, и это все можно решить. Но в любом случае начало находится в нас самих. И вот такие панические атаки очень часто они психосоматической природы. И очень часто они связаны с внутренним конфликтом. Я боюсь и я хочу. Потому что когда мы не хотим это слышать, а продолжаем туда входить, вот в этом конфликт возникает. И этот конфликт разрывает изнутри психологическое состояние, и мы сами его фактически себе вызываем. До речі, наскільки це часто практика, та як багато людей мають такі панічні атаки? Наприклад, ви знаєте, звісно, вони увеличуються в кількості і будуть ще увеличуватися, але на самом деле кількість панічних атак залежить від взрослості, внутрішньої психологічної взрослості чоловіка. Коли чоловік відповідальний за свою життя, коли він бере на себе відповідальність за свої дії, то тоді дуже складно на нього повлияти. Повлияти можна на людей, які живуть в страхі, які безпомощні, которые ждут, поведите меня куда-то, я не знаю, куда идти. И вот они становятся ведомы. И таких людей, конечно, очень просто и нагнетать какую-то информацию тяжелую, или просто вести в том направлении, человек становится просто ведомым. Поэтому пока мы еще живем неосознанно, пока мы ждем, когда нас кто-то куда-то приведет, число панических атак, конечно, будет расти. И буквально декілька маркерів зрозуміти, що це панічна атака, а не просто якесь хвилювання, як її відрізнити? Ну, в першу чергу, це з'являється реальне змінення в тілі. Тобто ми відчуваємо, що там з'являється серцебиєння, одишка, чоловіку тяжело дихати, у нього реальні якісь там помутнення сознання, двоєння в очах, він може впасти в обморок. Тобто це все реально, це все не видумки. Другой вопрос, что именно вот этот вот внутренний конфликт он привел к такому состоянию. Чем больше мы пытаемся сопротивляться вместо того, чтобы идти своим путем, тем больше будет расти давление. Чем больше мы пытаемся идти против задач своей души, против задач того же народа, да, то есть если есть у народа такая задача, сказанная вообще в ведах описанная, то к объединению, то если мы не делаем ничего для этого, то это тоже конфликт, это внутренний конфликт. Задача одна, а мы делаем совсем другое. И такие внутренние конфлікти, вони рано чи пізно вилізають на тіло. Я вам дуже дякую за консультацію вашу. Я думаю, що ця інформація справді корисна була для наших глядачів. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Оксана Одинець, психологиня та лікарка. Говорили про те, як приборкати паніку, фільтрувати інформацію та заспокоїтися під час інформаційної війни. З вами була Анна Гребенчук. Дякую за увагу.